В Москве ввели обязательную вакцинацию для сотрудников сферы услуг, в частности торговли, транспорта, ЖКХ, общепита, а также здравоохранения, образования, социальной защиты населения. Руководитель регионального Роспотребнадзора Елена Глезнева сказала, что говорить о подобном в Белгородской области рано. Пока. На данный момент регион находится в лидерах по темпам вакцинации от коронавируса. На втором месте после Чукотского автономного округа. На сегодня 274 197 жителей Белгородчины прошли полный курс вакцинации. Привились первым компонентом 371 428. За последние сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 66 человек, 23 из них – старооскольцы. Депздрав сообщил о двух смертях. Это оскольчанка 1928 года рождения и волочанка 43 лет. Общее количество летальных исходов по области с начала пандемии – 724, в Старомосколе – 133. В ковид-госпиталях сейчас 940 пациентов, 19 в реанимации. Еще 2500 зараженных проходят лечение амбулаторно.